Каюм Мухаммедханов, автор текста государственного гимна Казахской ССР, просветитель, сохранивший наследие Абая, Шакарима и других деятелей казахской культуры. Находясь в застенках Карлага, он не предал своего учителя Мухтара Ауэзова. Фархинур, верная спутница его жизни, в одночасье стала женой врага народа. История любви Каюма Мухаммедханова и Фархинур в документальном цикле «Больше, чем любовь».